Это не демонстрация и не митинг в защиту исчезающего вида животных, занесенных в Красную книгу. Это шествие выпускников 9 и 12 классов Тараклийского района. Добрая традиция, которая проходит третий год подряд. Ladies and gentlemen, we are glad to welcome you to this wonderful evening. We hope that you will get pleasant emotions and impressions. В этом году общий районный выпускной вечер стал особо массовым и ярким. Нашлись щедрые спонсоры и креативные организаторы. Первая национальная компания «Люблю Молдову». Вторые – районное управление образования молодежи и спорта. Грамоты и премии лучшим выпускникам от районного совета и управления образования. Сегодняшний вечер посвящен им, таким ярким, счастливым, красивым молодым людям. Управление образования молодежи и спорта районного совета Тараклия выражает огромную надежду на то, что наши выпускники или хотя бы часть выпускников нашего района вернется в наш родной город, в наше родное село, вернутся и продолжат дело, которое начали их же родители. И я надеюсь, что они и покажут себя, и будут реализовать себя у себя тут, на своей родине. Мы проводим выпускной бал уже третий год подряд с целью объединить. Мы хотим объединить наш район. Мы хотим показать, какие у нас прекрасные дети, что они и мы вместе можем многое сделать прекрасного для этого района. Сегодня каждый из них – звезда вечера. Поздравления, аплодисменты, почести – все это им. Красная ковровая дорожка, по ней прошли абсолютно все. Барпачева Галина Георгиевна. Среди активных учеников класса Ловацкая Наталья, Бородин Михаил, Георгий Эмма, Баланил Эвелина, Драган Марина, Каражук Лидия, Карамлак Александра, Каларь Ольга Кочева, Аделина Люцканова, Цепня Даниил. Более 350 выпускников 9 классов и более 130 12-х. Позади останутся школьные парты, учителя, уроки, контрольные и домашние задания. В школе они, конечно, не запомнили абсолютно все, что говорили и чему учили. Но они смогли получить что-то, о чем запомнят и пронесут через всю свою жизнь. Это ценить своих друзей и вместе с ними радоваться и переживать о всем всегда. Сколько будет 7 и 8? А, я таблицу умножения нехорошо знаю. Запомню то, что я должна быть такой сплоченной, доброй, отзывчивой и просто всегда помогать своим окружающим людям, которые просто радуются вместе с тобой каждому дню. Сколько будет 4 до 8? 4 до 8 – 32. Вообще, самый главный урок был литература. В жизни я извлек из него самое важное – это терпение, потом уважение и умение высказать свои мысли. 3 до 5 – сколько? Лично для меня самое важное – это то, что моя классная, спасибо ей большое, Полине Ивановне Уручевой, она научила меня не бояться высказывать свое мнение, а то я всегда боялась. А так мы очень сплотились с нашим классом. Всегда идем с девизом «Один за всех и все за одного». Мы очень любим друг друга с детства, с садика, вместе. Стали мне родными людьми. Сколько будет 4 до 6? 16. В первую очередь это уроки жизни, которые мы получили, уроки литературы, которые являются очень важными в нашей жизни, которые в дальнейшем будут примером для нас. И все. Ну что ты такого узнала из уроков литературы, что тебе пригодится на всю жизнь? Наверное, блин, ладно. Все то, что мы выучили, это все, конечно, очень важно. Сколько будет 3 до 3? Мы гуманитарный класс, но я знаю, это 9. Учителя нам всегда говорили оставаться людьми в любой ситуации, независимо от того, что с нами происходит. Поэтому, вспоминая каждый момент из школьной жизни, мы будем понимать, что именно так мы должны себя вести и в жизни. И будем оставаться такими людьми, коим примером нам всегда были наши учителя. Сколько будет 7 и 8? Я не помню. Сегодня просто такой волнительный день. Но сейчас уже вспомнил, это будет 56. Наверное, помимо знаний, которые мне пригодятся для
освоение какой-то новой профессии, это умение дружить и общаться с людьми. Сколько будет 5 умножить на 4? 20. Я выяснил, что надо быть человеком и оставаться человеком на протяжении всей жизни, быть достойным гражданином своей страны. Сколько будет 6 у 7? Ну, знаете, это так давно было, я уже месяц нахожу в школу, так что подзабыл, но на всякий случай я могу ответить. Ответить вам или нет? Ну, давайте. Ты уже успел подсчитать? Что я скажу 43? Ну, я же говорю, я месяц не ходил в школу, что издевать. Выпускной вечер – это повод не только для радости, но и для волнения, переживаний и гордости. Гордость за своих детей, которые смогли пройти этот этап своей жизни достойно, при помощи и поддержке учителей и родителей. Сегодня моя дочка, выпускница, она закончила 9 класс. И как всех родителей, меня переполняет чувство радости, гордости за мою дочку. Она участница конкурса «Виктория-70». Она много раз занимала призовые места. Я очень горда, у нее талант. Думаю, в дальнейшем она продолжит, после 9 класса поступит в какой-то музыкальный колледж, продолжит свяжет свою жизнь с музыкальной карьерой. Я не могу вам передать, я правда не ожидала, районная администрация как бы такой сюрприз преподнесла. Мы получили благодарственное письмо, как родители. Моя дочка сегодня, дочка закончила 12 класс лицея с баллом 10.0. Мы, конечно, не удивлены, мы работали все годы, начиная с 1 класса. И у нас практически не был балл ниже, чем 10-0. Жаль, что, но с другой стороны, что закончились эти годы, с другой стороны, предстоит еще, наверное, более интересная жизнь, взрослая жизнь. Я искренне желаю не только своей дочери, всем, кто сегодня приехал на этот бал, удачи, везения, благополучия, а главное – здоровья. Именно со здоровьем по жизни можно идти вперед и смело. Время поздравлений виновников торжества постепенно перешло к времени подарков. Впервые на сцене Тараклей зажгли в честь выпускников района шоу-группа «Доредос». Веселые, заводные они смогли оживить немного подуставших от летней жары и волнительного вечера ребят. Почти часовое выступление группы «Доредос» далеко не все подарки. Из Москвы выступил шансон-дуэт Ирма Брик и Геннадий Грищенко, а также ставшие родным жителям Тараклии и самому городу Ионел Истрати. И яркий красочный десерт.